Да, Маджо, здравствуйте. Я человек экстенсационных способностей, естественно, без всякого хвастовства. Решил хоть некоторым людям, ну, города Тбилиси, или кто будет смотреть, принести энную пользу. Естественно, не буду себя хвалить. Я утвержден в Женеве, кроме бывшей Москвы. И за это не лицензируешь по всему миру. Там где-то, как бы, значит, центр неординарных личностей. Имею две печати Елизаветы ФРО, утвержденные на моих документах. Значит, буду, дай Господь, давать вам жизненные советы, которые, естественно, не информируются в интернетах, в радиовещаниях, об этом не говорится. Мы, одаренные люди, передаем, кто коронован в наших делах, и не выносим, как говорится, из избы. Что, естественно, на словах я привык говорить, а доказывать на фактах. В дальнейшем, дай Господь, на пребывающих лунах, ну, желательно, конечно, будем проводить сеансы. Что это значит? Значит, вы, самое главное, будете смотреть на мои руки, и ни в коем случае никаких отрицательных эмоций в дальнейшем не может быть. Почему? Потому что, в отличие от биоэнергетов, космоэнергетов, мы, энергокорректоры, ретрансляторы, отличаемся чем? Естественно, многие не поверят, но так и должно быть, это норма, чтобы не верили таким людям, как мы. Мы передаем вплоть до Святого Духа Абсолюта другим людям. Излечивается неизлечим. Значит, еще раз я говорю, Господь не любит хвастунов, кто похваляет собой, но я где-то что-то должен сопоставить факты, чтобы вы в курсе были, кто будет проводить над вами, так скажем, сеансы. Значит, исцелено, естественно, на небесах Господом, на земле мною, и даже болезни, которые еще в медицине нету. Это проблема у женщин, женского пола в данный момент по всему миру, это нарушение гормонов у женщин. Передается на нарушение баланса между левым и правым полушариями. А потом трамплином передается на суицизм, передается на наркоманию, алкоголизм, маниаконизм, ну и другие конкретные неизлечимые болезни. Ну и еще раз я говорю, естественно, на словах я не буду так, буду доказывать фактами. Значит, что? Будьте смотреть на мои руки, в дальнейшем мой, даже Господь, если же у нас, может быть, даже буду предоставлять фотографии своих рук, и на фотографиях будете тоже принимать сеансы. В отличие, еще раз говорю, от космо-биоэнергетов, от нас, и дисциплина культу в ней является. Никаких негативных эмоций, никаких в дальнейшем, никаких нарушений не может быть. Это однозначно. И за это мы по всему миру не лицензируемся. Это еще раз я говорю, без всяких хвастовства и без всяких бахвальства. Просто не лицензируемся, потому что все, что мы делаем, это делает Господь. Мы просто передатчики. Мы принимаем все вплоть до Святого Духа Абсолюта и передаем другому человеку. Сами закрываемся и передаем другому человеку. И, значит, что основное, естественно, я в конце оставлю свои данные, и естественно, и самое главное, когда будете во время сеанса смотреть на мои руки, внимание, пожалуйста, на чувствах и ощущениях, естественно, на теле. Ну и общее ощущение чувства. Значит, может быть холод, может быть, да, конкретно навокаин, в принципе, это я потом буду сам диагностировать. И навокаин конкретно, как бы мороз, тепло, холод, ветерок, как говорится, китайцы, дуновение ветра, щекотка, щипание, иглукалывание, как и дергание. Может быть, даже может быть плакать, может быть, даже смеяться, не останавливается процесс. Ничего, просто может быть правильно дискомфорт организма, дискомфорт органов, потому что конкретно
космодибриды, все это будет у вас крутиться. Еще раз я говорю, вплоть до Святого Духа абсолютно вашим организмом будет крутиться. Это у меня практика, если так взять, ведь позже 14 лет у меня самого была клиническая смерть. Теперь чуть-чуть о себе. Я фактически так считаю современным отшельником, так скажем, современным монахом, и не имею за собой никаких земных ценностей. Даже велосипед в данный момент я не имею, не то, что не имею права покупать, фактически это привязано к земным ценностям. Значит, нет у меня за душой ни кола, ни двора, ничего конкретного. Значит, в принципе, естественно, ухожу за собой, а так конкретно считаюсь вообще-то современным отшельником. Значит, будьте смотреть на мои руки, и самое главное, обратите, запомните, постарайтесь просто запомнить свои чувства. А потом я уже с этих чувств буду диагностировать даже те болезни, которые еще вы не заболели на физическом теле. В дальнейшем я буду очень давать полезные, конкретно жизненные советы в домашней обстановке, особенно это касается домохозяек, особенно вообще касается это женского пола, что надо делать, что не надо делать. Но еще раз я говорю, ни в коем случае не бахваляйся, не хвастайся. На фактах и конкретно на фактах меня прозвали добрым и милым волшебником. Это еще раз я говорю, на фактах. Но я буду очень-очень-очень рад, что конкретно я много мест объехал, но в Тбилиси мне чем, так скажем, иногда шокировало. Мне, в принципе, удивить ничем нельзя в этой жизни. Чудес и мистики паранормальных явлений вообще не случается. Это в нашей жизни это конкретная боль. Это для людей, это мистика, она паранормальное явление, чудеса. Для нас чудес не существует. Господь говорит, будет, и оно случается. Что хочу вам сказать. В Тбилиси конкретно, чуть-чуть мне, так скажем, был я в шоке. Я такого отзывчивого народа, как Тбилиси, я еще не встречал в своей жизни. Это я и говорю без всякой лицемерии, без всяких, так скажем, подхалимажа. Очень-очень-очень отзывчивые люди. Прямо стараются подбежать к человеку на помощь. Я с огромным удовольствием буду вести сеансы. Но это не от меня зависимо. Как лишнее время свободно будет, я буду проходить сюда и будем заниматься ретроградом, заниматься сеансом. Так, сейчас внимание у нас. В дальнейшем всегда имейте при себе, в принципе, не надо. Внимание будете обращать на мои руки, внимательно и самое главное, в спокойной обстановке, чтобы ни телевидение, чтобы дети не мешали, просто в спокойной, уютной обстановке, внимательно будете смотреть на мои руки. На кольцо можешь тоже обращать внимание, они очень сильно заряженные. Естественно, опять плод до Святого Духа абсолютно. Спасибо.
людей надо очищать. Всех. От внешних разрушительных факторов. Туда входит, естественно, проклятие, порчи, сглазы, привороты разные, и зависти. Правильно, если я сам обязан каждый день очищаться. Каждый день очищаться. Стать, как говорится, пустым бамбуком, чистым. Если, естественно, я каждый день сам осиляюсь, сам очищаюсь, естественно, обычным людям. Значит, вот это самое главное, ну так скажем, один из главных аспектов. И вы будете очищаться на энергию, на акупунктуру будет очищаться, чакры, ауру будет очищаться посмотрим, от этих сеансов. Вы новым фактом, если кто ничего не почувствует, тоже не удивляйтесь, значит, это более тяжелый, закрытый человек. Так что мне, допустим, родная сестра, несколько сеансов, ну, это не зависит от этого. Значит, кто-нибудь чувствует, и другой человек почувствует это фактами. Самое главное сейчас, в данный момент, прошу заранее извините меня, с кем я не буду заниматься. Почему? Потому что я не с каждым человеком занимаюсь, без всяких гордыни на то. Конкретно не разрешает, почему мне в дальнейшем я свой сайт тоже дам, почему там написано, что и честность, и конфиденциальность, и благий результат гарантирован. Мне люди говорят, это не серьезно, честность правильно с вас, конфиденциальность с вас, но как вы можете гарантировать благий результат? Я говорю, потому что я не с каждым человеком занимаюсь. Если небесные дают добро, небесные силы заниматься, если этот человек, значит 100% конечный результат, благие результаты обеспечены. Значит, еще раз я говорю, прошу заранее мне извините, простить, кому с моей стороны будет отказ. Это независимо от меня, небесные силы, значит, они мудрее, умнее нас, естественно, будут, кому разрешено. Кстати, кто носит святые имена, у меня...